Суд по делу об убийстве инкассатора в Алматы завершается. Ожидается, что приговор огласят уже завтра. Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошли прения сторон. Прокурор попросил значительные сроки заключения для трех подсудимых. Однако не все из них согласились с обвинением. О том, что на это в ответ сказали вдова и напарник погибшего, расскажет Сергей Ким. За две недели слушаний допрошены и свидетели, и подсудимые. По материалам следствия, Хаваш Мухадинов стрелял в инкассатора фирмы Travel Express Олега Крылова. Его напарник Андрей Сивченко, присутствующий на процессе, до сих пор хромает от пули Андрея Танакова. Третий подсудимый, Сергей Авдяков, обвиняется в незаконном хранении пистолетов для подельников. На основании изложенного прошу суд. Для непосредственных исполнителей налета прокурор запросил немало. 20 лет заключения в колонии строгого режима для Мухадинова и 18 лет для Танакова. Статьи одинаковые. Незаконное хранение оружия, покушение на преступление, убийство и разбой. Сожалею о происшествии и все сказал. Ничего не надо. Я уже сказал, соболезненный. Серому кардиналу Авдякову светит меньше – 8 лет за колючей проволокой. Но именно он назвал запрос прокурора слишком жестким. Заведомо прокуратура знает, что при моем состоянии здоровья это билет в одну сторону. Ну, запросить такой срок за то, что я разрешил человеку поставить пистолет, все, больше моего нету ничего. Однако для вдовы Олега Крылова и его напарника возможное наказание для подсудимых показалось недостаточным. Я считаю, допустим, что за убийство одного человека и испорченную жизнь многим другим людям, больше бы надо дать. Они даже вообще, даже мизинца не стоят моего мужа. Конечно, хотелось бы, чтобы их сильно наказали. Не надо снисхождение делать таким людям. Ограбление произошло утром 26 сентября на оживленной улице в самом центре города. Целью преступников стала сумка с крупной суммой денег. Выстрелами в упор тогда был убит инкассатор компании Travel Express Олег Крылов. Его напарника Андрея Сивченко ранили. Сергей Ким, Шухрат Акчурин, 7 канал, Алматы.